Тем временем медики продолжают свою работу двух новгородских пациенток. Вертолетом санавиации отправили сегодня из областной клинической больницы в Санкт-Петербургскую клинику имени Алмазова. Обеим женщинам требуется высокотехнологичное лечение. Обе пациентки, новгородка и жительница Старой Руссы, проходили длительное лечение в областной клинической больнице. Одна из них страдает онкологическим заболеванием, другая – тяжелым поражением сосудов. После стабилизации состояния, проведения определенной диагностики в наших условиях, она требует оказания высокотехнологичной помощи в условиях федерального государственного учреждения «Алмазовский центр». И вторая пациентка также нуждается в оказании специализированной помощи, будет эвакуирована также в «Алмазовский центр». Напомним, Новгородская область вошла в федеральный проект по сотрудничеству с Национальной службой санитарной авиации. Регион получает дополнительные федеральные средства на вылеты вертолетов для экстренной госпитализации. С начала года это уже пятый рейс по эвакуации пациентов.